очень много жизненного времени. Я теперь еще ближе к смерти. Спасибо игре. Груди. Че, туда надо нырять? Блин, жуть. Че надо сделать? Свалить, может быть? Ты хочешь поиграть? Другие пришли сюда однажды. Они построили эти стены. Они играли в одиночку. Они утомили меня. А теперь их нет. Взамен у нас есть ты. Нам интересно, будешь ли ты плыть по течению или будешь бороться с ним, как они. Все это время это были не пришельцы. Что нужно сделать с ним? Вау, там очень много. Там сталкеры плавают, костяные акулы. Что мне типа нужно? Цепляемся! Черт. Это какой-то крупный дракон. Давай экскурсию нам устроишь. Куда я зацепился? За что я зацепился? Смотрите, что это? Что это? Он разгоняет частицы. Мы в коллайдере? Погодите, надо спуститься. Надо подумать. Обнаружены необычные пассивные модели поведения ближайших хищников. Причина неизвестна. Смотрите, тут можно спуститься еще ниже. Растительность в этой области растет в ненормальных для нее условиях. Данный дефицит окружающей среды может компенсироваться присутствием других форм жизни, удобряющих и обрезающих растения. Я думаю, нам нужно выползать отсюда. Здрасте. Сканирование окружающей среды показало, что вода здесь богата, редко и похожа на планктон формы жизни, которая зависит от органического детрита, выделяемого окружающей ее экосистемой. Сканирование показало, что в отличие от других инопланетных комплексов, это место поддерживает разнообразную и здоровую экосистему. В данный момент этому нет объяснения. Что? Вставить ионный куб. Но я ни один с собой не взял. Стоп, нет, я же напилил только что. Секунду. А я пошла плавать тоже. Она такая, ну ё-моё, он еще не готов. О, как хорошо, что я напилил эти кубы. Собираешься встать обратно? Кажется, да. Все, паркуется. О, боже мой. Моим детям нужно вылупиться. Играть не здесь. Мы здесь уже очень давно. Другие построили проход, чтобы выходить во внешний мир. Я просил их об этой свободе, но они не слышали меня. Если ты поможешь, я добровольно отдам то, что другие тщетно пытались отнять. А мы можем доверять тебе? Инкубатор. Ввести инкубационные ферменты. Ба! А как? Блин, как прикольно. Окей, мне нужно сюда каким-то образом попасть и что-то там найти. Сейчас, я возьму свой краб. Через проход, открытый тобой, мои дети наконец покинут это место. Но сперва они должны понять, что время пришло, и освободиться от скорлупок. Это то, чего другие не могли добиться от меня силой. Тебе же я даю этот секрет добровольно. Новый чертеж — инкубационные ферменты. Просто так? А что я сделал? Инкубационные ферменты. Образец гриба, образец клубникуста, семена... Короче, нужно растения этих добыть. Геморройчика мне решил, да? Дать немножечко. Немножечко геморройчика, спасибо большое. Конечно же, здесь по-любому всего этого нет. Можно я потрогаю тебя чуть-чуть? Спасибо. А если я вот это сделаю, это тоже плохо? Не злись. Это все лишь эксперимент, я же ученый. Ну что, попробуем пойти туда. Рыба, вода, сверлить! Ах, меня штырит. Где я? Где я, мать твою? Я понял, где я. Что ж,
Будем собирать растения. Я так думаю, что это будет очень долго, но весело. Хватит сопли дуть и смело пошагать по морскому песку. 6 лет прошло, а ты еще не прошел сабнатику. Ты в прошлом рак, теперь ты краб, значит больше не шагу назад. Эй, бро, ты знаешь, что превышаешь, и нет на пути преград. Кроме монстров на дне или богов во тьме, долгих поисков в игре, косяков при монтаже. Помни, ты не один среди моря на доске, а кругом в доску свои, и вы на одной волне. Я нашел тебя. Ох, как долго я искал. Спасибо, господи. Все, друзья, осталось только стеблеглаз найти. А вот и стеблеглаз. Сюда, говнюк. Фух, теперь осталось вернуться к телепорту. Должен сказать, что поиски этих растений отняли у меня очень много жизненного времени. Я теперь еще ближе к смерти. Спасибо игре. Но зато мы сейчас сделаем антидот. Так что оно того стоило. Осталось заскочить на шлюпку. Последний раз, я так понимаю. Мне хочется напоследок воспользоваться ее фабрикатором. И мы здесь. Привет, шлюпочка. Ты, наверное, так скучала по мне. Я уж точно по тебе скучал. Позволь мне сфабриковать кое-что. Инкубационные ферменты. Что ж, спасибо большое, шлюпка. Прощай. Возможно, мы больше не увидимся. У тебя никогда не заканчивалась энергия. Ты всегда давала мне аптечки на халяву. Ты была моим лучшим другом в этой игре. Что ж, вперед. Ага, вот портал. Уоп! Мне одно интересно, этот морской император обманет меня или нет? Привет. Как дела? Заждалась меня? Фух, все, мы сохранились. Ты готова? Сейчас твои детишки вылупятся. Есть. А, страшно. Оооо, какие маленькие. Надо стоять. Я хочу немножко поиздеваться над ними. Это будет экспериментальный ребенок. А, к ним не прилипает. О! Все-таки прилип. О, как это все мило. Мама, хочешь жвачку? Открой ротик. Оп, вкусненько. Мои дети плывут к мелким водам. Спасибо тебе. Их свобода — это мой конец. Интересно, каково это? Заснуть и никогда более не просыпаться. Быть может, в нашу следующую встречу я буду течением в океане, что несет семена в новые земли. Или существом столь малым, что видит между песчинками целые пропасти. Прощай, друг. Пока. Что надо делать теперь? Ладно, давайте попробуем зайти под нее, посмотреть ферменты здесь. Осмотрим умирающую. Я думаю, она не выживет. Может, пробурить ее надо? Или пойти в портал за ними? Вон они плавают. Смотрите. Отлично. Фермент. Все? Мы излечились? Погодите. Излечились мы или нет? Самосканирование показывает... Никаких признаков инфекции. Тогда нам нужно на базу пришельца. Смотрите, как они смешно плавают. Так неуклюже. Это здесь. Ну-ка попробуем. Ну давай, все, можешь втыкать. Да. А!
Блин, как это круто все. И как все темно и страшно. Мы отключили базу. Теперь нам нужно только построить платформу и улететь отсюда. Сделаем вот как. Паркуемся в наш циклоп. Смотрим, вот. Пусковая платформа Нептуна. Титановый слиток 2 штуки, микросхема и свинец 4 штуки. Ну что, пойдемте собирать недостающие детали. Нам нужно в сторону нашей шлюпки, так как нужно много титана. Ах, чувствуете, как драматично получается. Мы прям на рассвете. Приплываем сюда, к базе пришельцев. Так, стоп, 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 стоп. Гудок, да, обязательно гудок нужен. Все материалы собраны. Чё, транспорт готов? Ракета Нептун. Бэм. Необходимо строить на глубоководье. Поймать. Ща будет глубоководье. Здесь нормально? Ну, пожалуйста. Это просто... Каждая новая постройка еще больше. Ну, в принципе, это пусковая станция. А она что, будет прям на воде, как плот? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Стоп. Нам теперь еще ракету построить надо. Пластиловый слиток, медный провод, смазка. О, у меня все это есть. Окей, ребят, это прекрасный день. Посмотрите, какой солнечный день. Мы все собрали. Мы готовы строить. И мы готовы улетать. Но вы же не думаете, что я улечу один. Гарри, ты летишь со мной. Ну что, женек, все-таки ты это сделал. Спустя столько лет. Сколько лет прошло? 6 лет. Да. Что, да? Ты все равно ложанулся. Почему? Потому что еще не все готово. Да ёп. Никелевая руда. Аэрогель. Слиток. Комплект проводов. Черт. Придется на базу плыть. Блин. И даже Симов пришел посмотреть, как я улечу. Я всех собрал. И даже тебя, рыба-вода. Ты что, опять меня будешь душить? Нет. Немножко. О, какой красивый вид. Сейчас мы построим ускорители Нептуна. Построить. Уе. Смотри, рыбоглаз. А, что? Да, красивые водоросли, я уже видел их. Даш, кажется, теперь ты точно улетишь. Мы все улетим. Все здесь, все пришли нас проводить, и мы что-то еще должны построить. Да ёк, сколько можно? Ионная энергоячейка, 2 штуки. Это уже даже не смешно. Так, все, пожалуйста, без комментариев, сейчас все будет. Пластиновый слиток, кристаллическая сера, кианит, энергоячейка. За кианитом придется плыть опять на базу. Эп! Я хочу взять краба с собой. Но я тупанул, и он теперь просто застрял здесь. Хорошо, у тебя будут места в первом ряду. Будешь здесь сидеть. Видите, как он смешно сидит. Что ж, все смотрят, абсолютно все смотрят на изготовление последнего ингредиента, надеюсь. Построить. Давай, музыка, не прекращайся. Скажи, что это все. Смотри, рыба-глаз. О, грибы. Смотри, Гарри. Мне пофиг. Смотри, рыба-вода. Не хочу тебя расстраивать, но... Нам еще нужно сделать... Я не понимаю. Сколько можно? Микросхема, эмалевое стекло, генератор щита циклопа. А-а-а, мне его еще искать надо. Дай угадаю, мы никуда не летим. Пока нет. И в который раз? В который раз? Я, потратив миллиард, просто миллиард часов, наконец-таки все собрал. Построить. Пусть это будет последнее. Пусть это будет последнее. Пожалуйста. Мне много не надо. Что он делает? Что? Neptune 1 rocket online. Есть. Спасибо, ребята. Вы хорошо потрудились. Спасибо, Циклоп. Спасибо, Симов. Краб, ты вообще затащил. И вам спасибо, ребята. Мы уже знакомы 6 гребаных лет. Почему-то сейчас, когда я понимаю, что мы улетаем, я ощущаю какое-то горестное чувство. Мне горько, мне тяжело. Ведь Сабнатика — это третья моя выживалка. Она началась в 2015 году.
И я столько раз к ней приходил, уходил, возвращался снова, играл, забивал. И я даже не верю, что наконец-таки сейчас мы достигли конца. Это очень значимая игра для всех в доску своих, и для меня, и для этого канала. И даже не верится, что пора прощаться. Я не удивлюсь, если сейчас что-нибудь тоже пойдет не так. Я, если честно, тоже. Но все сейчас выглядит так, как будто бы мы улетаем. Давайте назовем как-нибудь эту ракету. Мы назовем ее «Свалим в закат». А, черт, мы закат просрали. Ждем. О, ну чтобы не ждать целый день, давайте назовем ее по-другому. «Свалим на рассвете». Черт! Иди в жопу. Вот как назовем. Как нам пойти в жопу-то? А, вот этот лифт. Ну что, поднимаемся? Наверное. Вызвать лифт. Он едет? А, вот. Поехали. Квет, стой. Надо было сюда поставить наш краб. Погодите. Просто из любопытства. Мне любопытно, смогу ли я испортить полет. Ой, погоди, оно не крепится? Не может быть, сейчас оно прикрепится. Ты все-таки хочешь запороть тебе все, да? Поверь, будет все идеально. Блин, они не липнут, что ли, к нему? Окей, тогда циклоп пусть будет летать вместе со мной. Он будет с высоко поднятой головой смотреть на меня. Я не сдаюсь, я хочу себе что-нибудь испортить. Я полечу вместе с моим крабом. Теперь он здесь застрял. Сейчас мы его вытащим. Get over here. Ладно, получается, мы его туда затащить не можем. Тогда краб будет в первых рядах провожать меня. Вот, что я хотел сказать. Несмотря на то, что я много, очень много лет проходил эту игру, иногда забивал на нее, часто забивал на нее, редко ее выпускал, я все равно считаю ее одной из самых значимых игр в истории нашего канала. Я думаю, вы все со мной согласитесь, что это прям икона нашего канала, наравне со Stranded Deep, The Long Dark и с Арком. Давайте погрустим вместе с нашим другом, крабом. Посмотрим на планеты, на облака. Это облако похоже на Левиафана, это на Большого Ската. Не грусти, чувак, я думаю, ты найдешь чем здесь заняться. Ну что, ребят, вы готовы? Уже лет 5 как готов. Наконец-то я найду новую планету, где смогу доминировать. А я так давно мечтаю посмотреть на новые планеты, увидеть новые миры. Увидишь, чувак, увидишь. Давай, Гарри. Пойдем. Ты иди уже. Я не могу. Мне грустно. Войди в ракету. Войди в ракету и вали отсюда. Иди в жопу. Так, что у нас тут? Какие-то кнопки. Надо мне им нажать, я не знаю. Один готов. Гидравлика активирована. И коммуникационная антенна. Чтобы телек ловить. А зачем нам хранилище-то здесь? Ну ладно, неважно. Заползаем. Как же грустно. Как печально. Ну что мне сделать надо? Включить... Бэм, бэм, бэм. Сканируем отпечатки. Что сюда нужно вставить? Чтобы сделать снимок экрана, нажмите F11. Сделал. Класс. Ты капсулу времени? Знаю, давайте вас в капсулу времени. И не-не-не-не-не. Эта капсула времени останется здесь. Морской глайдер. Это для других игроков. Погодите, то есть я могу им рыб запихать? Нет, стазис винтовку. И вот эти вот штучки. Рыб я с собой беру, ни за что их не отдам. Так, активируем все системы. Подготовить капсулу времени. Сообщение надо писать. Ты многое пережил, мой дорогой выживальщик. Но пришло тебе время идти в жопу. Все готово. Теперь можно садиться, запустить ракету. Столько эмоций, столько чувств. Но несмотря на то, что... Опа, птицы, не смейте гадить на стекло, не смейте это делать. Несмотря на то, что нам сейчас грустно покидать эту планету, покидать Сабнатику. Нас ждет Сабнатика Below Zero. О боже мой. Мы летим, мы правда летим. Мы увидимся с вами в новой Сабнатике Below Zero, которая уже тоже вышла в полной версии. Мы вылетаем в открытый космос. Что это? А, блин, нет, стой. В смысле? Нет. А как же щит? Поле орбитального мусора пройдено. Выполнение гравитационного разворота. А, все окей. Вон тот остров. Плавучий остров мы видим. Вон Аврора. Подтверждение координат назначения. Ближайшие межзвездные фазовые врата. Запуск ионных ускорителей через 3, 2, 1. Вы видели? Этот замерзший материк.
Куда-то мы летим. Куда-то мы, блин, летим. Мы летим в титры. Что есть волна без океана? Начало без конца. Они разные, но они связаны воедино. Теперь ты уходишь к звездам, а я падаю на песок. Мы разные, но мы связаны. Сабнатика. Спустя столько лет мы это сделали. Этот выпуск занял просто колоссальное количество времени, сил и выдержки для моей задницы. Сидеть на стуле так долго — это ужас какой-то. Я в восторге, если честно. Я в восторге. Игра очень клевая. Она просто офигительная. Как жаль, что она... Вот ненавижу ранний доступ. Вот если бы она вышла сразу, вот тогда еще, в 2015 году, когда я был молод и горяч, когда мне было прям вот... любопытно, страшно, по-настоящему играть в эту игру. То есть это было что-то новое для меня. Я никогда не играл в такие игры. Я боюсь глубины, и это все вот если бы сразу, прям вот одним, одной пачкой мне бы выдали, я бы офигеть как бы играл взахлеб. Сейчас, естественно, много я уже видел, ко многому я привык, но все равно игра умудрялась меня удивить, напугать и понервничать заставить. Но все равно жалко, что это не вышло тогда, блин. Спасибо, ребята, огромное, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось это прохождение длиной в 6 лет. Если так, если вы гордитесь мной, если вы рады, что я взял своих друзей с собой, если вы рады, что... что я еще жив, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Если вы здесь впервые, то вы, конечно же, не смотрели весь выпуск в Сабнатике, а там 53 видоса. 53 видоса удовольствия. Прямо сейчас можете начать смотреть. Огромное всем спасибо, друзья. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. О, блин, у меня какая-то эйфория сейчас. Пойду спать. Увидимся в Сабнатике Below Zero. И всем...